Салат с индюшиной печенью. Отварите картофель, остудите и нарежьте небольшими кусочками. Корнишоны нарежьте также мелко. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками. Измельчите орехи. Мелко порубите петрушку. На оливковом масле обжарьте лук до мягкости. Переложите лук в отдельную посуду. В этой же сковороде обжарьте индюшиную печень минут 5, чтобы она не стала жесткой. Готовую печень нарежьте небольшими кусочками. Соедините все ингредиенты в одной емкости, посолите, поперчите, заправьте салат майонезом.